Итак, Анша Абдуль. Итак, я делал обзор на Red Steel 2, а сейчас я сделаю обзор на шоу Red Steel 1. Сейчас вам покажу, как это последняя параша. Сука, говно какое, блядь. Ладно, ну, мы видим, тут очень весело, типа, выглядит. То есть, вообще, а в итоге такое говно, то сейчас вам покажу. Графика даже хуже, чем тут показывается. Вот. Даже если посмотреть на эту картинку, это видно, что полное говно. Не знаю, какой дебил это делал. Взяли из клипарта вообще фотку этого сидюка и захуячили. Причем криво так захуячили, что у нее цвета 256 цветов, видите, на этой картинке, да вообще заставки. То есть такое говно, да даже по одной заставке картинки видно, что это говно. Парашный логотип достаточно. Ну да, я подключил. Эта игра V+ не использует, естественно, это одна из первых. Да V+ вообще мало какие используют. То есть не, на самом деле ни одна игра не отслеживает положение контроллера. Там, потому что там только ебанутые. Сука. Сука! Так. Ну и чего? Ну и как стартовать-то? Вот отвратительно сделано управление, вот даже не понимаю, как стартовать. Вот этим они хотели сказать, этим менюшкой. Непонятно, что на них. На это может. А, видите, слева внизу в комментарии. Блин, а? Сука, это уже отвратно просто. Я говорю, какую кнопку нажимать-то? Ну, увидите, какое говно, а? Сука, блин, мне уже это бесит, тварь, параша это. Сука, какое же уебище. Это вот реально говно отвратное. Это просто этой игре там что ли 6 баллов что ли поставили? Какие 6 баллов этой параши? Сука, это же говно какое. Я даже стартовать игру не могу. Ну, блядь, ну жму я, блядь, и чего? Сука, ну мразь-то, а? Ну сволочь-то какая? Сука, говно какое, а? Ну сука, блядь, тварь! Пидорасы, блядь, сука, миллионы погибли из-за вас! Миллионы! Падла, блядь! Сука, а? Ну мразь-то, а? Какая, сука, падла ебаная! Ну сука, пидорасы, блядь! А, блядь, ну пиздец, блядь, только что дошло, блядь, нахуй, сука, что надо делать? Это пиздец, так перетащить надо, вообще пиздец, блядь, сука, они долго думали, решили выебнуться чем-то, в результате выебнулись, блядь, сука, говном, блядь, сука, блядь. Хуя, блядь, эту игру, блядь, и 2 года назад играл, или сколько, или 3 года, сука, когда только она вышла, блядь, даже комикс, как они отвратно нарисованы, то есть бездарно совершенно нарисованное говно, непрофессионалами. Вообще захуячили на движке, я видел картинку, блядь. И опять этот сидюк вот показывается из клипарта. Говно это. Сука, парашная. Сука. Блядь, ну давай еще. Сейчас мы увидим весь ужас этой графики. Какая в этой игре. Блядь, это, даже курсор двигается отвратно тут. Вот здесь темночище бы вообще пиздец какая. И еще какая-то заставка от первого лица. Господи, какое мерзение. Абсолютно это освещение, это пиздец, какое говно. Они правильно сделали, что вырезали во второй части все эти источники цвета, потому что просто отвратно выглядит. А ненавижу, что вообще без освещения, без теней там делать. Ну это какое уебище. Это еще заставка, где голова одного негра видна в кепке. То есть пиздец, заставка, голова негра показывает, еще даже не разглядеть. Сука, блядь, как это, блядь, сука, какое говно, а? Сука, пиздец, блядь. Даже я ее не смог пройти, эту дерьмо, потому что просто охуел, блядь. Причем в начале это других-то игр особо, на неведно, из первых игр. Ну пиздец, заставка, охуенная заставка, блядь, сидел прятаться, ничего сделать не мог. Блядь, сука, посмотри, какое говно, блядь. Это тут no comments, как говорят за границей. Тут это прокомментировать просто невозможно. Сука, какие тормоза, блядь. Вот, сука, какое тут уебищное прыг, это просто пиздец, блядь. Тут хуй в кого попадешь, блядь, на эти
Блять, тут даже колеса вообще не видно, это колеса. Я даже не могу посмотреть, они квадратные или нет. Тут вообще ничего не видно. Пиздец. Блять, это что, такая разрушаемость была нахуй? Блять, вы видели, разрушился ящик и вообще за 2 кадров в секунду упал фреймрейт. Блять, а грузовик, сука, с непрозрачными стеклами. Это, блядь, последний раз непрозрачные стекла мы видели только в говной игре Гран Туризма. Сука, блядь, какие текстуры, ёплять, пиздец, блядь, сука, какое говно, господи. Блядь, лучше бы они освещение это не делали, это пиздец. Это такое же освещение, как Call of Duty я показывал на Wii. Это просто имитация освещения, спрайты вхуячивают тебе под нос. Вот тоже освещение взяли, вхуячили просто спрайт прозрачный. Типа освещение нахуй, кого-то объебать этим пытаются. Блядь, сука, пиздец, параша. Бля, ну вы сами-то видите, как говно-то, а? Ну, тут просто, тут даже не надо комментировать ничего. Сука, клонированные эти грузовики, сука, какое говно. Давайте врагов еще посмотрим, которые тут же исчезают при убийстве, они тут же... А как же отвратно тут целиться, вы знали. Смотрите, пиздец, ящики взрываются, но при этом они не взрываются. Но дальше в них, когда стреляешь, они взрываются. Сука, пиздец, бля, такая разрушаемость, что они... Бля, действительно, это уёбка, а? Сука, блядь, какая модель, нахуй, сука, высокополигональная. Блядь, сука, какая параша, блядь. Знаете, какая физика, что он дергается до сих пор. Они въебашли какой-то рэкдрол, почему резали его, что он нормально не работает. Сука, пиздец, говно какое, а? А дырки от пуль, посмотрите. Давайте дыркой посчитаем, сколько тут дырок от пуль может быть. Ой, так. Вот, смотрим тут. Вот тут дырок сделаем. И тут начинаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. А что, много дырок? Так, уже 20 дырок держит. Нифига себе. А, вот, все, 20 дырок держит. Видите, начало истязать. Да. Даже много как-то. Как-то. Пиздец. Игры. Так, давайте Митчель возьмем. А, меч тут брать нельзя, только вот такой весь абсурдность геймплея, что он идет, всех стреляет, а и доходит до комнаты, открывает, а там мужик с мечом. Он убирает автомат и начинает драться с ним на мечом. Сука, бои на мечах еще были такой бред собачий, сука. И причем на тебя сразу... Ой, посмотрите-ка, блядь, какая разрушаемость в ящиках, это пиздец. Вы видели, нахуй, они типа идеи должны взорваться, но они, блядь, не... их заебало, нахуй, делать разрушаемость какую-то. Они просто добавили эффект взрыва какой-то и все. Типа ты разрушил ящики, но они при этом остаются на месте. Причем даже повреждений никаких к ним не приписывается. Сука, знаешь, так ебануться, такой парашу наркотиков они переели, сука. Они сами охуели, какую им платформу подсунули. Они думают, вот Nintendo Arena сейчас будет, как Xbox 360, блядь, сука. В итоге, блядь, такая параша вышла, сука. А посмотрите вот на это, вот, затенение вот такими, сука, лесенками. Это как на PlayStation 3 в Crysis, такие же тени. Сука, она ничего, не может ровных теней обработать. Сука, блядь, какая параша, сука, блядь, говно какое. Господи, сука, а? Вот уёбище-то нахуй, а? Блядь, ну посмотрите, а? А какой дизайн унылый? Вообще копипасты захуячили все? Ты пиздец, а какой интеллект врагов? Это вообще нахуй просто. Они на месте стоят и все. Блять, в Homefront, это, блядь, сука, вас заливал, как тут, видите, как тормозит? Это не глюки, запись, это реально тут в игре такие тормоза. Сука, пиздец, блядь, а? Блядь, это, сука, блядь, какое говно же, господи. И вот сравните с Red Steel 2, да? Та же приставка, те же технологии все, та же оптимизация, но дизайнеры постарались, что там она отвратно не выглядит. А Вантамаса бомжатина пиздит что-то вам там про нахуй видеокарты, блядь, текстуры, блядь, полигоны. Что он бомж, у него грязная душа. Грязная душа, можно быть нищим, бедным, но не быть нищим. Вот именно да, он грязный, блядь. Сука, вот душонка грязная, уродливая. И у него только грязь может и одно говно собачье изо рта изливаться. Что это идиот. Бля, взрывали какой спецэффект. Это ж просто пиздец.
параша какая, а? Ой, блин. Они... Я даже не знаю, что тут комментировать. Блять, сука, пиздя. Вот взрывающиеся уже ящики пошли. Это же вообще прогресс какой нахуй, а? Ящики стали взрываться. Блять, это же модель на этого пистолета, посмотрите, УЗИ. Сука, какое говно-то, а? Пиздя, вот тут еще есть режим, сука. Блять, пиздец, на эту руку, блять. Инвалидную, посмотрите, сука, пиздец, как она работает. Блять, сука. Вы, если вы только знали, какое тут отвратное управление. Тут невозможно ходить и целиться. Попадло, а? Сука, блядь. Если во вторую играть еще интересно, и даже графика приятная, то это совсем другая игра, сука. Зачем они назвали похожие, вообще непонятно. Сука, блядь. Давайте посмотрим, блядь, поближе. Сука, блядь, я на него даже посмотреть не могу. А, вот, видите, какой урод, блядь, сука. Их даже в треники одели все одного цвета, чтобы цвета не расходовать на приставке. О, видно, блядь, он прям на глазах исчезает, это вообще лютый пиздец, причем он как бы не исчезает, а просто, блядь, моментально исчезает, сука, обычно хоть медленно они как бы тают, тут вообще пиздец, они даже не заморачивались, что я смотрю на него, обычно в играх делают, ты отворачиваешься, он там может исчезнуть, сука, блядь, какой тип, смотрите, что тут написано, интересно, можете понять, что тут написано, вот, а? Просто пиздец, а? И это, блядь, консоль следующего поколения позиционировалась как. Да тут графика в 10 раз хуже, чем на первом Xbox. Знаете, вот сравните эту графику с Doom 3, например. Вот на Xbox и на всех играх, таких-то по ТО плана, графика Doom 3. И Doom 3 там даже было ничем не хуже компьютерного. Первом Xbox. А тут вот такое говно, блядь, которое спустя сколько лет-то? 6 лет, что ли, выхода первого Xbox выходит, блядь, сука, которая, блядь, по мощностям такая же, как GameCube или PlayStation 2, сука, и в несколько раз слабее первого Xbox, и даже этот контроллер, даже, блядь, этот гироскоп стоит $1, сука. Они даже денег, блядь, жиды, Sony, блядь, они поленились денег, сука, заплатить, чтобы сделать нормальный гироскоп отслеживания в пространстве. Это они, сука, захуячили те же акселерометры, что в PlayStation 3 и в X-Axis. Сука, блядь, это же надо так, сука, ебануться, на всем экономить, сука, Sony, блядь, это, блядь, Nintendo, это жадные Sony, блядь, такие же, как Sony, блядь, только еще и жадные, блядь, пиздец, а это, блядь, иконка вообще взята из блядь, шрифта, вот эта иконка шрифта руки, она просто спиджена из клипарта, из шрифта, есть такой шрифт, там вот всякие хуйни, да. Абсолютно отвратное управление. Я даже не знаю, какой кнопкой это, сука, ее использовать. Потому что она должна тебе показывать, какую кнопку обычно нажимать. Тут она тебе не показывает. Сука, пиздец, блядь. Сука, говно какое, а? Да, давайте размах. Ладно, сука, хуй уважать. Бля, вы гнетушите. Ой, блядь. Видали, какой взрыв, нахуй, реалистичный? О, блядь, телевизор, который, блядь... Одну картинку, сука, размером 2 килобайта, туда-сюда трясется. Ой, блядь, смотрите. Блядь. Блядь, какое говно, господи, блядь. Сука, пиздец, а. Блядь, давайте сейчас смотрим, сколько он. Через сколько секунд, давайте посчитаем, он исчезнет. 2, 3, 4, 5, 6. 6 секунд, да, рекорд, 6 секунд труп держит, блядь, сука, выдерживает труп, приставка один за 6 секунд целых. Мировой рекорд, блядь. Это же пиздец просто, говно какое, а. Блядь. Сука, блядь, это реально в игре такие тормоза, вот посмотрите. Сука, какое ёбище, а. Блять, он тебя бьет в упор, а ты даже не можешь понять, что тебя бьют, и развернуться не можешь, потому что такое отвратное управление. Сука, какое говно-то, а? Блять. Сука, блять, уебище-то какое. И главное, взрывается, ничего вообще, никакой копоти нету вообще, да. А те ящики вообще, они как бы не взрываются, но такие же остаются. И у них просто там насыщенность цвета, по-моему, меняется просто. Ну, в общем, я думаю, всем ясно про эту игру все. Аншардуль, братья!